Ассаламу алейкум. В эфире телеканал ННТ «Новости Дагестана», в студии Карим Даниев. В начале коротко о главном. День начался с колебаний. В республике произошло сильное землетрясение магнитудой в 6 баллов. О последствиях расскажем через минуту. Своих не бросаем. Очередная партия гуманитарной помощи из Дагестана отправилась в зону проведения специальной военной операции. Меньше, чем в прошлом году, но статистика все еще пугающая. В республике за минувший год в ДТП погибло 276 человек. Ситуацию на дорогах обсудили в Общественной палате региона. Одни бросают, другие спасают. Дагестанка создала в своей квартире приют для бездомных животных. Подробности в выпуске. В Дагестане отменили занятия в школах нескольких районов и городов, находившихся в непосредственной близости к эпицентру недавнего землетрясения. Напомним, в 10 часу утра недалеко от населенного пункта Гунип на глубине 10 километров произошли подземные толчки магнитудой в 6 баллов. В результате повреждения получила одна из школ в селе Руту. В МЧС региона по данному поводу провели экстренное совещание. Расследование проведите полностью, отправьте вас туда, хорошо? Ратуль, скорее, слышите меня? Слышу вас, вижу. Да, значит, вы тогда проведите, значит, обследование и акт отправьте вас туда направление, хорошо? На старшую оперативную. Спасибо. Своих не бросаем. Очередная партия гуманитарной помощи из Дагестана отправилась в зону проведения специальной военной операции. Сопровождать колонну будет меценат Магомед Гаджимагомедов. Фуры с продовольствием и средствами первой необходимости доставят в Запорожскую и Херсонскую области. После Гаджимагомедов планирует навести дагестанских учителей, которые преподают в местных школах, а также побывать в пункте временного размещения беженцев из ДНР, ЛНР и Украины в Ростове-на-Дону. С февраля этого года Магомед Гаджимагомедов доставил в зону спецоперации более 60 фур, в каждой из которых было по 20 тонн продовольственного груза. В этой работе его поддерживают глава Дагестана, муфтият республики и благотворительный фонд «Инсан». Едем поздравить дополнительно еще наши учителя, которые выехали из Дагестана преподавать в Мелитополе городе. Обязательно заезжаем к ним. И после этого у нас в программе поехать нашим передовикам, вместе с ними приготовить наше национальное блюдо, посидеть, пообщаться, как у них дела, как поднимать боевой дух наших солдатов. После этого мы выезжаем в сторону Ростова, Ростове, который находится пункт временного размещения. Хотим к ним тоже заехать, у нас есть им тоже подарки. Круглосиротые дети там находятся, я им обещал, в прошлый раз, когда я был там в сентябре, ну, хочу свои обещания выполнить, что-то обрадовать детей маленьких. С начала года в Дагестане произошло 1300 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 276 человек. Печальная статистика говорит о необходимости комплексного подхода к решению проблемы. Какие меры необходимо принять, обсудили в Общественной палате республики. Подробнее Патимат Ханапова. О статистике на совещании говорили много. Практически все представители профильных ведомств в своих докладах уделили особое внимание цифрам, и они вновь неутешительные. Всего зависимо в текущем году за 11 месяцев 1300 автопроисшествий, в которых погибли 276 и ранено 1823 человек. За 11 месяцев выявлено и составлено в отношении водителей и пешеходов около 2 миллиона 800 тысяч материалов нарушений правил дорожного движения, что на 25% больше, чем аналогичный период прошлого года. О цифрах говорить недостаточно, необходимо принимать решения. Такую мысль озвучил депутат Народного собрания Хаджи Мурад Малаев, выслушав всех докладчиков. С начала года более 400 миллионов рублей заплатили водители в Дагестане штрафов за нарушение правил дорожного движения. По словам народного избранника, надо думать о том, куда было бы эффективнее тратить эти средства. Вот прозвучала цифра, да, 412 миллионов штрафов. Да, идея хорошая, поставьте камеры, да поставьте их на каждом углу. У нас будет не 412 миллионов, у нас будет миллиард, а смертность будет та же. Значит,
Как мы расходуем эти деньги? У нас же нет ответа. Вот 412 миллионов мы получили штраф. Как мы их потратили? Вот сидят люди и думают, куда ушли деньги? На что ушли деньги? А если в каком-то регионе опыт хороший есть, уменьшение ДТП с уменьшением смертности и пострадавших, а может перенять этот опыт, а мы его не перенимаем, значит, мы туда не отправляем людей, мы сами собственным сроком, как в консервной банке, рассуждаем на эту тему. Нет ответа. Я уверен, что в следующем году собравшись в таком же составе, цифры будут плюс-минус, плюс-минус. Больше всего аварий происходит на городских улицах. Речь идет о Махачкале и Буйнакске. Также зафиксировано немалое количество ДТП и в горных районах республики. Здесь список возглавляют селения Леваши и Верхний Гунип. Самый главный вопрос – не получается у нас доводить до этих людей так, чтобы с корней волос это почувствовали. Чтобы почувствовали степень ответственности. Не просто информационное сообщение, одно ухо вылетело, другое, как говорится, одно залетело, другое вылетело, а именно степень ответственности. В этой связи, наверное, очень правильно, если мы вот говорим, если есть субъекты, где эти вопросы поставлены, да, главные критерии этого субъекта, чем они руководствуются, что они используют, какие критерии, какие доводы. По итогам совещания экспертным советом, представителям профильных ведомств были даны ряд рекомендаций, в том числе использовать в практике положительный опыт других регионов. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. За распространение информации, содержащей пропаганду экстремизма, наркотиков и ЛГБТ, теперь грозят большие штрафы от 400 тысяч до 5 миллионов. Новые механизмы регулирования и поведения средств массовой информации на интернет-площадках обсудили на плановом семинаре, прошедшем в управлении Роскомнадзора. Спикеры подробно разъяснили журналистам о правилах поведения в сети в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Управлением Роскомнадзора по Республике Дагестан регулярно проводятся обучающие семинары в соответствии с планом графика профилактических мероприятий, а также с целью реализации стратегии по информационной и просветительской деятельности, которую перед нами ставит руководство Роскомнадзора. Данный семинар проводился для представителей и главных редакторов сетевых изданий о недопущении публикации материалов экстремистского характера, а также о недопущении публикации, в которых содержится пропаганда наркотических, психотропных веществ, а также о недопущении так называемой ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних лиц. И, соответственно, было доведено об ответственности, которая может наступить в случае неудаления информации, если подобное предусмотрено законодательством Российской Федерации. Мир не без добрых людей. А когда доброта распространяется не только на человека, но и братьев наших меньших, то это заслуживает отдельного внимания. О героине, которая превратила хобби по уходу за кошками в работу, расскажем в следующем сюжете. Мадина Гаджиева вот уже с 2015 года печется за судьбу бездомных животных. Начинала с 20 кошек, которых пожалела и приютила у себя в доме. Постепенно это перешло в хобби, и теперь в ее домашнем приюте их более 50. У меня самое большое количество, первый раз 22 кошки. Это был очень сложный момент в моей жизни, но однако я справилась. И после того как-то я стала узнавать про других волонтеров, что это как бы, что можно этим заниматься, что можно, что это не такое страшное. А до этого для меня это такое событие было, что 22 кошки, как я смогла их всех набрать? Вот так дальше, больше, я уже не задумывалась, что у меня много кошек, я просто кому могла, пыталась помогать. Пристальное внимание и трепетный уход каждый день. Мадина не только лечит животных, но и занимается их дальнейшей судьбой, находя через интернет людей, желающих приютить кошек. У них обоих почти одинаковые травмы – черепно-мозговые и перелом челюсти. У этого наезд машины, мы лишились глаза, мы не видим, но челюсть нам собрали и живем. Этого совсем свежая рана,
месяц назад его подобрала семейная пара и отвезла в клинику. Ему сделали две операции на челюсть, собрали ему челюсть. И вот после лечения, после стационара, они были вынуждены его просто взять на улицу и выпустить. Но вот узнали обо мне, они обратились, попросили забрать его на дальнейшее выхаживание и попытка найти хозяев. На содержание временного приюта Мадина тратит почти 100 тысяч рублей в месяц. Она снимает трехкомнатную квартиру. Но помимо крыши над головой, кошкам также необходимы питание, лекарства, стационарное лечение и средства для гигиены. Благо, помогают волонтеры, но этой помощи хватает не всегда и не на все. Снимаю квартиру за 30 тысяч. И если животные тяжелые, мне приходится оставлять его в стационаре. Стационар очень дорого обходится, это все лечение. Например, вот кота с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти обошлось 28 тысяч. А по-другому просто никак. Но мы, слава богу, его вытащили. Я дополнительно его здесь выхаживала, и мы живем. Саид Меджидов, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Еще один пояс в Дагестане. В Махачкалу из Москвы вернулся победитель турнира «Битвы чемпионов» Шамиль Мусаев. В аэропорту радость победы со спортсменом пришли разделить его главные болельщики. Это родные, друзья и одноклубники из команды Universal Fighters. Ежегодный турнир «Битва чемпионов» проходил в формате «Школа против школы». В поединках на выбывание по правилам бросково-ударной техники сошлись представители 8 стилей. Мусаев защищал цвета родной для себя федерации Ушу-Саньда. Для меня, конечно, большое чувство было представлять свой вид спорта Ушу-Саньда. Так как я ее в прошлом году представлял, мне не дали победить в прошлом году судьи. И в этом году я доказал, что Ушу-Саньда является лучшим видом спорта в России. Шамиль Мусаев подобрал ключи к каждому из соперников. К этому турниру он готовился в Кизляре. Там чемпион Европы начинал карьеру в Ушу-Саньда под руководством тренера Ачало Магомедаминова. Шамиль то сам сандаист базовый. С ним попался грэпплер, борец первый бой. У него был план его перебить стойки. Второй бой наоборот был рукопашный чемпион мира. С ним был у него план бороться тоже. Другую тактику выбрал. И в финале тоже был таец. Тоже выбрал тактику бороться. На каждого своя тактика. Ушу-Саньда – универсальный вид спорта. Да. Ушу-Саньда – универсальный вид спорта. Даже в боях везде оно прокатывает. Выступление по правилам Ушу Мусаев успешно совмещает с ММА. В его активе 15 побед и 0 в графе поражений. Сейчас он рассматривает предложения от ведущих бойцовских лиг мира. Шахматному клубу в Махачкале присвоили имя Кирсана Илюмжинова. Открытие клуба имени 6-го президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова прошло в сквере имени Сулеймана Стальского. Это здание для любителей интеллектуальной игры было построено еще в 2014 году, но по инициативе Шахматной Федерации принято решение присвоить ему имя Илюмжинова. В церемонии разрезания красной ленты принял участие сам виновник торжества, а также заместитель председателя правительства Республики Дагестан Муслим Телякалов и президент Федерации шахмат Азербайджана Маир Мамедов. С сегодняшнего дня вот этот шахматный клуб на нашем центральном бульваре будет носить имя Кирсана Николаевича, который, как я уже говорил, возглавлял ФИДЕ и очень много сделал для развития шахмат как в нашей стране, так и в мире. Именно в период его руководства шахматы были признаны полноценным видом спорта, заключены все необходимые соглашения. В нашей стране прошла шахматная олимпиада и много-много другое было сделано Кирсаном Николаевичем для развития этого интеллектуального вида спорта. Официальные лица также посетили проходящий в столичном доме шахмат первый международный турнир среди детей памяти Азиза Алиева. Здесь в споре за победу сошлись команды из Азербайджана, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Северная Осетия, Алания, Чеченской Республики и Астраханской области. Хозяева площадки представят 4 команды. Также для участников турнира предусмотрена экскурсия на Бархан-Сарыкум и в музее Махачкалы. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире.